Мы на месте. Мы приветствуем Байба, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Байба, под ногами 360 градусов вокруг нее. 37 тонких тел Байба находит все. У нее воронка с ног вышла сразу. Воронка в ногах, хорошо. Воронка Джина. Ах, Джин. 55-16. Золотой, да? Нет. Еще синий. Есть золотые на нем отблески, но он... Еще далек. Синий. Хорошо, дальше. Инкуб. Синий дракон. И спрут. Посмотри цифры у синего дракона над головой. 36-11. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. В процессе чистки я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Байба спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогены, низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Каждая сущность подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогенные низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Байба. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 2 года и 3 месяца. Хорошо. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 4 месяца. И Джин с воронкой, сколько находился в этом биополе? 2 года. 2 года. Хорошо. Кто из вас присутствует еще в квартире Байба? Никто. Хорошо. Там есть другие? Кого ты спрашиваешь? Всех спрашиваю. Кто знает, есть ли там другие интерференты и порталы? Никто не знает. Хорошо, они внутри сидели. Хорошо, ждем реверса. Синий дракон, где твои платы стоят? В сердце, третий глаз. И в сердце, в третьем глазе. Хорошо, что ты через эти платы ей транслировал? Что ты забирал? Что ты давал? Забирал видение, чистоту, энергию, чакры третьего глаза. А почему? На каком основании ты пошел на такой ход? Ты уже практически ей вредил, тормозя ее развитие. У тебя есть основания такое делать? Или ты просто считаешь себя хозяином Вселенной, абсолютом, который может делать все, что он хочет? Он показывает, как он подпитывался энергией. Ну а зрение зачем перекрывал? Зачем эта энергия не доходила до нее. Он не перекрывал специально, он брал, что ему нужно. Угу. Но если заправлялся ты... энергией. Понятно. Невзирая на законы мироздания, да? Ей хватало энергии, чтобы двигаться дальше. Это ты так решил, да? Да. Хорошо, отлично. Поделился. Хорошо. И я с тобой поделюсь. В моих руках появляется печать дракона. И включаю на полную мощность. Но он как стонет. Давление на голову идет у него. А у нее тоже было давление от этих плат. Кроме того, она не могла развиваться. Закон кармы. Получаешь то, что посеял. Он просит остановить и чихает. Останавливаю печать, убираю ее. Итак, синий дракон, что ты понял? Тебе не кажется, что ты перешел все границы? И пора тебя было остановить. Он говорит, что я немного перешел границы. Кто тебе разрешал эти границы переходить? У тебя есть контракт с ней? У тебя есть ее разрешение? Нет. Все, на этом вопрос заканчивается. Нет разрешения, ты зашел как вор. И это самое мелкое, что я могу для тебя сделать, это печать дракона. Если она скажет, скину тебя в галактическое ядро, я скину тебя в галактическое ядро, дракон. Вот настолько серьезно это все. Посмотри, Вера, как у нас с реверсом? Реверс закончился.
Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Байба забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Посмотри, что возвращается с воронки и от Джина. Спокойствие возвращается от воронки. Она ее заводила, эту воронку. Крутилась на ногах. Хорошо. Я полагаю, если это воронка Джина, то это он любитель беспокойства, да, Джин? Ты любишь беспокойство? Нельзя сидеть, нужно работать. Вот и я так считаю, нельзя сидеть, нужно работать. Ты работаешь, я работаю, я даю команду. На счет три. Чалма Джина, все его магические кольца, все его серьги, весь сосуд, сосуд с деньгами, перемещается в соседнюю клетку. Да, будет так, а так есть. Нельзя сидеть. Это не работа, это грабеж. Это работа. Сейчас ты мне объяснишь, откуда эта воронка взялась и почему ты ее поставил. Моя воронка. Кто тебе предлагал, кто тебя просил ее ставить? На каком основании ты вошел в ее биополе? Она приглашала Джина? У тебя есть контракт с ней? Нет, она не звала. Рассказывай все в твоих интересах. Даже больше, чем надо, рассказывай. Он показывает материал какой-то. Что-то типа платья. Что с этим платьем не так? Ей нравится, она его гладит. Ткань вот эта. Там такая как отблеск какой-то, как блестящее что-то есть. Пивликс. Блестящие они любят. Хорошо. И откуда ты пришел? Ты был в этом ателье или в этом магазине, когда она это платье покупала? Или ты где ее нашел? Она меня нашла с этой вещью. Ты был к этой вещи привязан? Да. Хорошо. Как ты эта вещь оказалась, как ты оказался к ней привязан? Тебя кто-то привязал к ней или ты сам добровольно в эту вещь вошел? Это как ваши вибрации. Я чувствую то, что мне нравится. В данном случае были золотые отблески, на которые я прилип. Хорошо. Эти последние 2 года как ты воздействовал на нее? Крутилась воронка. Ножки топали. Пустые действия? Были и пустые. На чем ты свои монеты зарабатывал, Джин? Рассказывай мне все, мне это начинает уже напрягать. Это не только монеты, это и трата энергии. Хорошо, сколько процентов энергии она тратила на тебя через подключку? Из 100? До 40. Ну, это прилично, это прилично. Какие чувства ты забирал у нее? Мы видели, что возвращались. Возвращало спокойствие. А еще что? Мысли, как заработать, отдавал. Чтобы двигалась больше. Хорошо, ты эти искала, мысли... Ты эти мысли... Озабочена была. Хорошо. Она начала искать, сколько процентов из тех идей, которые ты из этих мыслей, сколько оказалось реалистичными? Из 10 сколько идей твоих прошло? Чтобы она была в достатке. Я же говорю, 40 были пустые. 40% значит, направлены на затрату энергии. На затрату энергии. Понятно. Хорошо. Возвращаю Джину все его вещи. Смотрим, как у нас с реверсом. Закончился. Отлично. Хорошо. Тогда начинаем со спрута. Спрут, выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай все, что оставил. Ничего не забывай. Отсасывай всю жидкость. Приступай. И возвращайся назад в клетку. Докладывая о готовности к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц. Можете сгореть. Кто? Спрут на голове сидит, шея. Присоски у него давило на виски. В голове жидкость, как вода. Спрут, как твое воздействие ощущалось на физическом плане? Мысли перепрыгивали с одной на другую. Нет концентрации. Давление в висках. Хорошо. Я думаю, Байба знает, о чем идет речь последние 7 лет. Вот причина. Хорошо, вытаскивайся. У него присоски, он их отключает. Некоторые даже висячие. О, это уже давно, конечно. Готов. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Приступай. Он был в сердечной чакре сам. Плата у него стоит в 3-м глазе, оттуда он питался. Что она ощущала в груди, в груди, в этой чакре зеленой? Как она ощущала твою плату? Не всегда дискомфорт. Иногда я расправлял крылья, и ей было приятно,
как будто грудь наполнялась воздухом. Третий глаз перекрывал. С этим я согласен. Ты не давал ей просто развиваться, поэтому ты и получил сегодня этот урок. Ты мог подпитываться. Хорошо, ты мог подпитываться, но когда ты перекрываешь третий глаз, человек не может видеть, человек не может работать с третьим глазом. Это уже массивное воздействие. Дракон. У нее ограничение стояло. Выше него она не могла, как планка в третьем глазе. Вот так вот она ее поставила через эти платы. Ну вот, хорошо, дракон. Хорошо. Инкуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Байба, приступай. Он говорит, что у нее красивое белье. Хорошо, что тебе это понравилось. Все снял. Байба, вы видите сейчас инкуба? Вы видите, как он выглядит? Она не знает, кто это. Вот я вам говорю, это инкуб. Тот, кто на фантазии приходит, и вот так они выглядят. Хорошо, он все забрал. Джину выходить не надо. Джин, собирай все, что ты оставил, всю свою пыль и все свои подключки с места, где ты находишься. Приступай. Он назад возвращает, затягивает. Что он затягивает? Пыль. А, в себя эту пыль. Хорошо. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, мы закончили, все убрали. Я предупреждаю вас больше не приходить в это биополе. Всем понятно? Да. Готовы уходить? Готов. Отлично. Начинаем со спрута. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На чистоте спрута. И спрут уходит на свою чистоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, Джин. Какое бы платье ни было, как бы оно ни блестело, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понял, все понял. Готов уходить? Воронку отдай. Хорошо, возвращаю ему воронку. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Переходим на чистоту. Хорошо, Байба. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Потрясающе. Много разной новой энергии и звуков. Я слышу, как поток, музыкальный поток. Это вибрации состоят из каких-то музыкальных звуков. Это ваши родные энергии, скорее всего. Хорошо. Выдавливаете весь негатив, как мы показали в этом сеансе. Заправляетесь энергиями, поднимаете вибрации каждый день. И выставляете себе защиту Меркаба, как мы показали в этом сеансе. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Байба в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Говорит, мне очень легко. Отлично. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.